Як ти будеш жити у цьому світі? Таку фразу можна почути від турботливої матусі, яка дуже хвилюється за свою вразливу дитину. І саме сьогодні ми будемо дізнаватися, що ж робити, якщо ви ось так дуже переймаєтеся. До нашої студії ми запросили Олену Шилову, психолога, психотерапевта. Я думаю, що сьогодні ми почуємо відповідь на усі запитання, які нас дуже довго хвилюють. Якщо справді ми живемо в такому житті, в такому світові, де потрібно за себе боротись, так, але маємо м'який характер. І кожного дня ми думаємо, як же так нам виживати і що робити. Вітаю вас, пані Олена. Здравствуйте. Прийшли до нас сьогодні. І справді, що ж таке вразливість і наскільки вона може людину якось виводити з тих задач, які постійно вона ставить кожного дня перед собою, і чи вразливість впливає на її життя? Ну, собственно, вот смотрите, вразливість, да, є же перевод, що це ранимость, а є перевод про те, що це така вот, ну, склонність характера к повышенной чувствительности. Ми будемо говорити о ранимості. Вообще, вот, що таке ранимость? Ну, представьте себе, ви йдете на роботу, у вас хороше настроєння, и тут кто-то идет навстречу и делает вот так. Вот так, как вы отреагируете? Ну, колись, я вам скажу чесно, колись я би дуже переймалася цим, і я би подумала, що це стосується якраз чогось того, що пов'язане зі мною. Можливо, я погано виглядаю, можливо, я якась не така, не знаю. От я про це все думала б. А зараз ні, вже, слава Богу, я вже знаходжу в собі сили не звертати на це увагу. Вот. Поэтому сразу мы на несколько вопросов отвечаем. Да? Сейчас мы просто разложим ваш ответ на ответ на вопрос, что такое вразливость, да? Что такое ранимость. Итак, действительно, ранимые люди, правда, реагируют на любые взгляды, любые замечания, шутки в их адрес очень болезненно и очень повышенной чувствительностью. Вот смотрите, ранимость от слова рана, да, их ранит это. И если взять так метафорично, ну, как будто бы прилетела стрела с фразой какой-то, и она так в нас попадает, что мы так долго потом это перевариваем. Вот ранимые люди, они долго переваривают это. Сейчас я скажу, да, что свойственно ранимым людям, но вот это действительно такая ранимость, это свойство, качество личности, которое выражается в том, что человек склонен очень чувствительно реагировать на все, что вот все какие-то вербальные, да, вообще на все, что в жизни, и плюс еще вот то, что идет какие-то замечания, комментарии, обиды, долго склонен переживать это, вот именно по отношению к себе. С цим треба щось робити. Ну, смотрите, давайте вот думать так, что если это не мешает никак жить, хотя я думаю, что это мешает жить, честно говоря, вот, наверное, есть такие три категории людей, которым это очень мешает жить, которые вообще совершенно, ну, не могут из-за этого выходить из дома, не могут продвигаться, не могут быть успешными на работе, то, наверное, нужно обратиться, да, к специалисту. Если вторая категория людей, которым это, ну, вот, попадает в них эта стрела, немножечко она внутри вибрирует, люди знают, как с этим справляться, как вы говорите, да, себе спокойно, что я теперь-то уже с этим справляюсь. И третья категория людей – это тем, кто, ой, ну, услышал, посмотрел немножко, совсем там, буквально, там, просто обратил на это внимание и пошел дальше. Ну, вот, может, вы в какой-то из второй или третьей категории. И стоит ли с этим что-то делать, если не мешает жить, если не стоит какая-то задача, что это мешает жить, то тогда, может быть, и не нужно делать. А если вот мешает жить, вот люди, например, ранимые, чем они отличаются? Вот смотрите, вот вы тоже можете, да, к себе примерить, там, вот зрители, что какой вот я, являюсь ли я ранимым или нет. Ранимые люди очень часто, и вообще, честно говоря, все это связано с тем, что они очень реагируют на чужое мнение. Очень реагируют на чужое мнение. Это на них влияет. Это их настроение и их самооценка зависит от мнения других. Вот мне очень нравится метафора градусника. Что как будто бы наша самооценка – это как градусник. Вот эта ртуть, которая внутри. Вот люди меня хвалят, тепло идет от них. У меня настроение и самооценка повышается. Только кто-то там или сделал замечание, или как-то критику какую-то высказал, или еще что-то, сразу падает температура, да, моего настроения, и все, и моей самооценки ноль. Вот это очень опасная штука, потому что если мы так будем зависеть от того, что говорят люди, то тогда у нас внутри не вырабатывается вот эта способность к тому, что я сам могу управлять своим настроением. И тогда я буду всегда ждать, чтобы мне окружающие люди или сказали что-то хорошее, или похвалили, или поддержали.
І ми будемо злитися на других, що нам це не дають. Така залежність від тієї думки, яка нас оточує, вона дуже часто на людину впливає негативно. Да. Вона не може потім просуватися по кар'єрній, можливо, десь там по кар'єрних сходах, можливо, вона не може десь робити свою справу якусь. Так? Тобто це дуже серйозно заважає людям. І справді така от вразливість, вона дуже пов'язана з самооцінкою. Да, так, це правда, самооцінка. Самооцінка – це зараз взагалі, мені здається, проблема номер один. Взагалі, майже усіх людей, бо вони не знають, яка в них вона є на сьогоднішній день. І що робити, якщо вона або завишена, або вона занижена, наприклад. Що... Ну, давайте я свяжу. Ой, так, перебіла, ні? Ні, я хотіла запитати, що ж з цим робити, і як дізнатися, яка ж у вас сьогодні самооцінка? Ну, ви знаєте, якщо говорити про самооцінку, то взагалі віддільна тема, захотіть, поговоримо як-то в другий раз про це. Но якщо касатися теми ранимості і самооцінки, то дійсно це тісно зв'язано дуже. Потому что если я ранимый, то тогда что со мной происходит? Моя самооценка, она действительно низкая. Или же я изображаю, что она завышена, высокая, я надеваю маску, что я уверен в себе, я иду вперед, и тогда вы в жизни не скажете, что человеку больно, и ему это, что-то его ранит. Но эти люди, которые надели эту маску, они очень опасаются того, что вскроется такое вранье, и люди увидят, что человек на самом деле ранимый. Люди с адекватной самооценкой, они нормально реагируют на критику, понимают о том, что если что-то где-то сказали мне, да, например, ой, что у тебя так причесочка сегодня не очень, да? И я так себе думаю, так, точно, я же сегодня не 40 минут уделила, а 15, да, окей, там, так тому и быть. И это не портит мне настроение на целый день, не портит, я это не кручу в голове, потому что ранимые люди, сейчас вернемся к самооценке, мы говорили перед этим, ранимые люди очень часто возвращаются в прошлое, думают, надо было сказать так, надо было сделать то, надо было остановиться там-то, еще что-то, то есть они крутят в голове это, потом они сложно засыпают, потому что как же, такие негативные мысли, они прям циркулируют внутри, и это мешает людям. Та взагалі жити заважає. Да. Не просто думати про це, а навіть заважає жити. Да. Я знаю дуже багато і підлітків, до речі, тих людей, які тільки-но починають ставати на ноги, як то кажуть, так, і йти в доросле життя, а вони не можуть. Бо ось ці всі думки, і мало того, що в них є переживання самі по собі, вони дорослішають, і ще й додаються ті, які пов'язані з вразливістю. Да. І справді це людям дуже важко. Да. Чи потрібно щось робити з собою? Можливо, стояти перед дзеркалом і собі нагадувати, все ж нормально, не треба так залежати від людей. Якщо хтось так зможе робити, то це, звісно, прекрасно. Взагалі, якщо ви прийняли рішення, ми говорили, три категорії, якщо ви прийняли рішення так і жити, то, собственно, так тому і бути, але це ваш вибір, нічого не робити. Якщо ви прийняли рішення, що щось з цим потрібно робити, то, звісно, робити можна, взагалі в житті в цій можна справитися абсолютно, зовсім абсолютно. І перша категорія, стоило пойти бы, да, к специалисту, и в принципе, я думаю, что всем, у кого есть вопросы, кто понимает, что так, мне надо как-то со стороны, какой-то взгляд со стороны, мне проще будет с кем-то пройти путь, пожалуйста, вперед к специалистам. Сейчас действительно много очень, тоже нужно выбирать, чтобы профессионально была работа. И что делает специалист? Он работает с самооценкой и с этой структурой личности, которая есть. Мы работаем еще. Сейчас расскажу про причины, ранимости и с чем еще работает психотерапевт. Он работает с детскими травмами, которые могут стать причиной ранимости. А что сегодня мы скажем, сегодня, что можно делать просто людям при этом? И это элементарные вещи, которые просто можно каждый день использовать, потому что есть моменты, которые вы не можете позволить себе во времени или посредством ходить к психотерапевту. Вам нужно что-то делать самому. И что делать самому, тоже расскажу. Сейчас дуже позже, хочется. Хочеться дізнатися вже. Тому що, стоило би, наверное, про причини сказати, можна позже посмотримо. Перше, що важливо делать, вообще-то, смотрите, перше, що не нужно делать, не нужно, это несколько вещей. Это вертеть в голове эту мысль, которая вам попала, эта мысль прилетела стрелой, вы ее взяли и начинаете ее в голове вертеть. Вертите, 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 она циркулирует целый день. Вам нужно уметь говорить себе, стоп, мысль, я ее останавливаю и убираю. Прям, действительно усилием воли. Действительно усилием воли. Говорю, стоп, зачем я сейчас про это думаю, что это даст? Ничего. Это уже про прошлое, это не вернешь.
мы откладываем. Второе, что не нужно делать, это бежать, мстить, что-то делать, агрессивные какие-то выпады в ответ этому человеку, потому что вы сами становитесь этим агрессором, и тогда это не очень хорошо тоже влияет на вашу психику. Сколько бы ни было, сколько бы люди ни говорили, все-таки я отомстила, и мне легче. И чуть позже потом приходят и говорят, ой, ну может там у этой женщины что-то было не так, ну зачем вот я так? Понимаете? То есть второе, то вот это точно не нужно делать, потому что вы, во-первых, потратите часть своей жизни. Для чего? Ну, зачем? И для кого? Для кого, да. Для чего? Что вам это даст? Еще раз, вы удовлетворитесь чуть-чуть тем, что как будто бы в этом стиле, но ничего вам это не даст. И третье, чего не нужно делать, это искать причину в себе, что во мне что-то не так. Вот как вы говорите, да, что что-то во мне не так, что-то не то, это я как-то так позволила, вот это так сделать, стоп. Не мы это не думаем, потому что точно мы не дадим возможность другим людям влиять на то, как мы о себе думаем. Вот это важные вещи, которые не стоит делать. Что стоит делать? Первое, это важно найти те ситуации, сесть, выписать себе ситуации, которые вот провоцируют в нас эту ранимость. Да? Слова, фразы, ситуации. Вы садитесь и задумывайтесь, так, что обычно меня меня выбивает из колеи? Критика, какая критика? Обиды, какие обиды? От кого? Как это именно происходит? Фразы, слова, все. Это вы себе делаете такой задел, как, знаете, такое подспорье, чтобы потом, когда это вдруг случится, вы можете разрезнять это, да, вовне, вас уже это так сильно не выбивает, потому что иногда эффект неожиданности срабатывает, да, вам сказали там типа, да что ты лезешь там еще, и человек, о боже, вибрирует внутри, вот все эмоционально, а как-то, если вы уже будете знать, что происходит, вот есть этот список. Второе, вот есть такая интересная мысль о том, что вот подумайте, что если у вас хватает сил так переживать из-за такого, например, пустякового замечания, или еще, хотя вам кажется, что оно не пустяковое, правда кажется, действительно, из-за такого пустякового замечания, которое никак не повлияет на вашу жизнь. Если у вас хватает сил так долго про это переживать, представьте, сколько у вас сил. Вот подумайте, сколько у вас сил. Скільки ви ще можете всього зробити. И посмотрите, еще есть такая точка зрения, что те люди, которые не реагируют, которые стрелуют, не впускают в себя, у них просто нет сил с этим справляться. А у вас? Если вы так можете по пустякам переживать, поэтому вы просто можете сказать, так, опять демонстрация моей силы, значит, я силен, можете улыбнуться до этому. И двигаемся дальше. Что делаем? Такая техника безопасности. Первое, конечно, не очень хорошо, но в принципе здорово бы избегать ситуаций, которые могут оказаться травмирующими. Вы, например, видите там толпа подростков, которые агрессивно настроены. Ну, перейдите на другую сторону, чтобы не учить, не воспитывать их, не попадать в это, потом целый день с ними внутри разговаривать. Ну, не делайте так, да, вы можете избежать. Второе, вы вот эти вот трамвайные ссоры, которые есть, ну, тоже, вам что-то сказали, вас задели, вы можете проигнорировать, можете не отвечать. Если вы будете в это ввязываться, то тогда вы рискуете, что с вами будет ругаться весь троллейбус, трамвай, вы целый день будете расстроены, можете пойти поплакать, еще что-то, для чего. Третье, это если вот в том списке событий и ситуаций, которые вы напишете перед этим, есть что-то, вам, например, приходится постоянно идти там в гости, где, например, есть бывший муж со своей теперешней женой, да, ну как-то думаете, не, на данный момент, пока меня это травмирует, вот я, наверное, поздравлю этих людей по-другому, иначе я буду трое суток под этим впечатлением находиться, потому что я ранимый, я впечатлительный, я это о себе знаю, но также я знаю, что я что-то хочу с этим сделать. Следующее. Вот подумайте, все время себе это говорите, это тоже один из моментов, такой как рационализация, вы можете себе говорить о том, что человек сказал это, потому что это у него такой повод был и причина. Это точно к вам никакого отношения не имеет. И вот это то, что я изобразила вначале, да, как человек мог просто идти на свои мысли это сказать. Звучайно. И он так сделал, и вот очень важно сказать, так, стоп, я при чем здесь? Ну, это может быть у человека такой вопрос. Мне очень нравится одна притча, она, ну, вообще пишут, что она про Омара Хайяма, не знаю, правда это или нет, ну, собственно, говорят, вот ситуация, Омар Хайям сидит там на площади, ему начинают говорить гадости кто-то, что ты вор, что ты обманщик, что все, он как бы улыбается, не обращает внимания. Тут подходит к нему щеголь, красиво одетый человек в шароварах таких, подходит и говорит, как ты можешь так не реагировать, не ранится, а такие, ну, гадости. Он говорит, пойдем. Он ведет его, Омар Хайям, щеголь, идут в дом, заходят в подвал, открывает Омар Хайям, значит, шкатулку, ну, ящик, достает старый-старый халат. И говорит ему, бросает, говорит, на, одевай. Щеголь говорит, ты что, с ума сошел, что ты мне предлагаешь? Он говорит, вот так и я. Я не беру и не надеваю то, что мне предлагают.
Не берите. Не берите. Просто-напросто вам предлагают гадость. Да, это не ваше. Не берите это. Скажите, ну зачем мне это нужно? Вспоминайте все время про этот халат и думайте, действительно, зачем мне это? Я сейчас возьму это, поношу еще целый день, испорчу себе настроение. День моей жизни пройдет, он не вернется. Поэтому это вот один из моментов. Еще. Давайте себе возможность, чтобы ваш, ну вот, гнев уходил, да, потому что в любом случае вот эта ситуация, которая попадает в нас, она рождает много, вот, много, помимо фраз, вот этой вот циркуляции мыслей, да, рождает все-таки вот эту мысль, не мысль, а чувство. Мы очень часто злимся и ничего не можем с этим сделать. Поэтому очень хорошо, вот вы только вы поняли, что эта ситуация произошла, выходите, у меня же клиенты научены, да, выходят там и ходят, просто прогулка очень длительная, кто-то идет в спортзал, кто-то какая-то пробежка, кто-то дома чуть-чуть позанимался, холодный горячий душ контрастный, да, что-то сделайте, да в конце концов элементарная рекомендация, которую знают все, вы взяли подушку, выбили, да, вот вроде как вот в нее как будто выместили это, отложили, выдохнули, приняли душ, сели и занимайтесь своей жизнью. Ось так, треба занимайтесь своей жизнью, просто. Потому что вот все, что говорим про самооценку, да, про все это ведь про вашу жизнь. И следующее, что вы можете еще делать, это и мысль ваша должна быть про то, что хорошим быть невозможно всем. Вы не можете всем нравиться. И детей тоже своих здорово бы так учить, да? Ты замечательный, ты для меня, я тебя люблю, для нас ты хороший очень. Ну, мы не можем всем нравиться, и это нормально. Вот это выражение, оно, конечно, грубоватое, да, как говорят, я же не $100, чтобы нравиться, но с другой стороны, действительно, да. Ну, действительно, да, я же не премия, которую дают мне постоянно, и всем это очень сильно нравится. Вот. То здесь это правда, не надо стараться, чтобы вас все любили, это тоже такой момент, это действительно корнями идет из причин ранимости. Причини. Ось якраз ми дібралися вже до того, да, до причин. З чого ми хотіли би починати. Угу. Собственно, причини в чому? Вот смотрите, ми коли ростемо, коли ми... Причини, кстати, причини є різні, сразу говорю, причини є різні, всі ми індивідуальні. Бувають очень сильно різні люди влияють на нашу жизнь, і взагалі просто ситуативно, і взагалі просто може бути така психіка, і така нервна система, просто лабільна. Ми всі індивідуальні, причини абсолютно всіх різні. Чому говорять, що приходіть, нет общих рецептов никогда никому. Все время все очень индивидуально. Каждый человек очень индивидуален, уникален, и под него вот любая вот психотерапия, любая консультация, она строится под человека. Поэтому это мы ремарочку это запоминаем. Mm-hmm. И, в общем, такой какой-то обобщенный срез, вот о чем можно сказать, это если говорить о том, что это причины из детства. Ну, например, вот мы с вами в детстве, когда растем, мы обрастаем такой вот, мы же не знаем, какие мы, и мы приходим к родителям, да, там что-то у них спрашиваем, говорим, как-то реагируем, и родители нас поддерживают, любят, и это все такое, знаете, как кожей нарастает на нас, mm-hmm. защитным слоем, что меня любят, меня оберегают, я знаю, как, ну вот здесь вот, что, ну, я неплохой, если это происходит, и мне не надо там как-то специально под кого-то подстраиваться или думать, что же думает мой, ну, моя мама или папа, вот, я нормально себе нарастила эту кожу, и в меня не попадает тогда так сильно стрелы из окружающих. А если у меня этой кожи нет? Если, например, родители, которые... Вот ведь еще же причина ранимости, да, вот эта вот зависимость от чужого мнения. У нас вот это вот в этой чувствительности, у людей чувствительных и ранимых, вот такие антенки есть. Я все время реагирую, как у кого какое настроение. Вот я зашла, человек как-то не очень не в настроении, ой, это точно из-за меня, это я что-то не так сделал. И я вот все время как будто бы настроена на эти антенки настроена на все. Почему так? Потому что, например, ребенку приходилось в детстве, мама, например, была очень холодная, очень мало давала поддержки, тепла и заботы, и ребенок, он с этими антенки себе отрастил вместо кожи, да, которая мама похвалила 10 раз, раз, и кожа наросла. А вот, а вместо этого антенки, чтобы уловить у мамы одобрение такое, а вот это есть, смотри, пятерки, это, ну, это я же молодец, молодец, мама, ну, а как должно быть? Конечно, ну, по-другому не может быть, как обычно пятерочникам говорили, да? А вот, ну, это поэтому, же для того, чтобы дети старались как и больше. Как будто бы, да, да, как будто бы. А на самом деле, да, это закладывает то, что я, ну, и что тогда должен делать? А вот, антенка настроена, потом еще что-то приносит, да, мама не реагирует, не хвалит, а я вот настроена на то, чтобы уловить у мамы вот, вот это вот ощущение, ну, какой-то хотя бы похвалу. Ну, дитина ж тоді старається більше. Конечно, так, ну, старається але больше. Але антени ростуть. Антени ростуть, і ще антени ростуть. В якому случае тоже бывает, например, когда родители непредсказуемые. Вот пришла мама или папа, да, непонятно, какому он настроении, и тогда ребенок уже, он себя не слышит, он себя не осознает. Он тогда раз и настроен на, так, мама какая пришла, папа пришел, вот часто бывает пьющий, ну, где пьющая есть, папа там или мама, что, а какой пьяный, не пьяный пришел, тоже антенки настроены.
Или же на агрессию тоже, что вот бывают там агрессивные очень родители, да, что непонятно, сейчас тебя или похвалят, или тебе сейчас прилетит, и дети в напряжении, дети с этими антеннками, и, конечно, вот они растут, а у них нет, у них не наросла кожа. Плюс идут такие травматизации, ранки, один, второй, третий раз, замечания, критика все время, ну, не так, не то принесла, не то сделала, не то еще, и это ранкой. Ранкой попадает на душу, эта ранка остается. И мы с этой ранкой, она вот так вот затягивается, но внутри остается, как вот в ранках такой, ну, гной вот этот. И когда вы во внешней жизни, вам замечание делает чужая тетя или дядя, но это звучит, как делала мама, то это попадает на эту ранку. І вам больно, і вам плохо. І що, нічого вже не можна тоді в дорослому віці зробити? Ні, чому можна? Повертатись треба в дитинство? Вот, конечно. Так? Вообще здорово бы, что делать? Это совершить путешествие в своё прошлое и поисследовать, что происходило. В чём вот заключается? И моя профессия, очень люблю свою профессию, да? И потому что мы действительно этим занимаемся. Мы про то, что мы путешествуем очень, ну, например, как вот, да, мы работаем, вот наше направление, да, в котором я работаю, то очень сначала через ресурс, через то, что смотри, вот это вот это у тебя есть, то есть как-то работаем. Потом мы аккуратненько идем вот в эти ранки, потому что их тоже очень болезненно вскрывать и проговаривать, выговаривать, прорабатывать. Но тогда, когда мы это сделаем, высвобождается много вот этой энергии, которая есть для жизни, для продвижения вперед. Плюс ранку вскрыли, и она начинает по-другому заживать. Естественно, это не быстро, это не просто, и это не, ну, не але вот ж треба це зробити колись, так? Якщо людина вже вирішила для себе, що вона хоче позбутися такої вразливості, позбутися чужого, чужої думки. І вона повинна над собою працювати і в цьому напрямку обов'язково. Тим більше, якщо людина вже доросла, так, а там стільки всього є у тому житті, так, і їй це заважає. Головне це, мабуть, зрозуміти, що тобі це заважає. Да, вот, главное это понять. И плюс вот это мне очень нравится, такая, знаете, как рекомендация, говорит, будьте добры к себе. Вы же можете, вы же можете делать абсолютно обратное то, что делали родители. То есть вы первое, что вы делаете, вы каждый день просто-напросто пробежитесь по тем достижениям и успехам, что вы сегодня сделали. Да? Успела вовремя на работу, молодец, и без кого, я умничка сегодня, успела туда, еще что-то, вот это сделала, молодец, вот здесь не отреагировала, молодец, а здесь наоборот что-то кому-то помогла. Вы, когда сосредотачиваетесь на этом, это в любом случае лучше, чем вы сосредотачиваетесь и гоняете мысль, что вам сказала соседская там женщина, на которой не было настроения. То есть вы можете переключить мысли на то, чтобы просто подхваливать себя, то есть на какие-то удачные ваши моменты. Фиксируйтесь на этом. Второе, что вы можете делать, это вы представьте, если вы, например, не можете сами себе давать поддержку, представьте себе, что перед вами хороший друг ваш, ему нужна поддержка, ему нужно что-то сказать хорошее, и так, глядя на себя, вот как вы говорите, в зеркало, да, что становиться перед зеркалом, да, ну, смотрите, говорите, подожди, ну ты же, смотри, ты же вот это, ты же то, ты же вот здесь сделала, ты же здесь умница, а здесь и так-то. Такую поддержку. Потом остановились, так, это все про меня, это я. Окей, хорошо, я дополняю это в себе, и тогда я не тот градусник. Тогда я могу сам себе это дать. И тогда мое мнение о себе зависит от меня. Справді, ці люди, які такі от вразливі, чутливі, вони, мабуть, можуть виконувати ту роботу, яка для товстошкірих не підходить. Да. І вони можуть багато чого відчувати, переживати в цьому світові. Так? Можливо, їм краще обрати ту професію, яка буде для них підходящою, яка їм допоможе. Так? І не треба їм іншого. Да, і тоді може бути, да. І ви знаєте, як може, але все одно є професія, але є і інші сфери життя. Да? В професію це абсолютно вірно, тому що, з іншої сторони, ці люди, у яких такі антенки, які так настроєні на інших людей, вони дійсно, в моїй професії дуже багато таких людей, звісно, да, в допомагаючих професіях дуже багато таких вони людей. Звичайно, вони повинні відчувати, переживати. Звісно, вони повинні чувствувати, сопереживати, і це замечательне качество. І ще, чесно говоря, ці люди вміють, ведь вони ж чувствительні не тільки к негативному, но і к положительному, якщо человек. Он может быть в таком восторге от цветка, который распустился у него, да, и делиться этим, и так вот прямо переживать это. И любят эти люди тоже очень искренне, они очень преданы, потому что они вот настолько... Честно говоря, проводили исследования 4-летних детей, которые считаются чувствительными. Ну, много же сейчас исследований по поводу именно чувствительности. То эти дети, они меньше нарушают правила, они более чутки к своим ближним, они как-то лучше даже вот учатся, потому что они более чуткие такие. И это такой, ну, такой классный показатель того, что такие люди, ну, извините, тоже, что же нам теперь делать чувствительными? Случайно, да? Жить. Как-то нам надо жить, там, надо куда-то двигаться. Вот, поэтому, конечно, хорошо находить специальности, в которых это точно, ну, точно поможет, и точно нужно, и почему бы нет.
Так, це правда. Пані Олено, справді, стільки всього ви вже розповіли, я вже не знаю навіть, що додати, але хочеться наостанок, щоб все ж ви звернулися до тих людей, яким важко в цьому світі знаходитись, так, яким важко жити. Ви вже багато чого сказали, що їм потрібно робити, але наостанок хочеться якогось такого висновку від вас, який би їм допоміг, надихнув. Ну, первое, это про то, что, опять же, да, будьте добры к себе. И если вы будете добры к себе, если будете замечать, что вы делаете хорошего, какой вы на самом деле, остановитесь. Уберите вот этот взгляд с концентрацию на другом человеке, остановитесь на себе и порадуйте себя. Сюда? Да. Порадуйте себя. Порадуйте, например, вы можете составить вот то, чего вам хочется от других людей, вы можете сделать сами. И пока вы будете радовать себя, жить своей жизнью, у вас не будет просто иногда даже времени обращать внимание, настолько долго переживать то, что сказали другие или то, что сделали другие. И это, наверное, очень такой хороший задел, когда, правда, можно сейчас вот услышать нас, да, сказать о том, что да, мы такие, да, так есть, я что-то хочу с этим делать, и первое, с чего я начну, это, ну, как все да, да, классика, что я начну с себя, я начну обращать внимание на себя, я начну уважать себя, я начну быть бережным к себе, я буду формировать свою самооценку, и я буду понимать, что все-таки, ну, не обязательно сесть дома, сидеть и никуда не выходить. Ну. Я вам дуже дякую, справді, за такі цінні поради. Наступного разу, я сподіваюся, ми будемо говорити вже про самооцінку, як з нею впоратись нам, так, і дізнаємося, яка ж вона є у кожного з наших глядачів. Дуже дякую, що прийшли сьогодні до нас, і справді потрібно прислухатися до себе, потрібно робити щось із собою, ну і, звичайно ж, розуміти, хто ти є насправді. І тоді тобі буде в житті, звичайно ж, легше. Так, Юлечка, правда, так. Дякую. Дякую.